история про свет и цвет и звук, в первую очередь звук, и объекты, которые будут играть сами, без прикосновения, то есть только с помощью звуковой волны. По залу ходить можно, более того, это приветствуется, то есть вы можете подходить к тем объектам, которые звучат, смотреть, прикалываться, вот, трогать руками их не рекомендуется. У нас есть два ассистента карты и биля, которые будут светить и подсвечивать те объекты, которые заводятся, чтобы их было лучше видно. Вот. Многие объекты очень тонкие, то есть любое прикосновение может нарушить резонанс предмета, и, соответственно, мы его потеряем. Вот, как-то так.
Спасибо. Спасибо.